Христос воскрес! Воистину воскрес! Наилучших благ! Мы пришли сюда людям возвестить путь спасения, потому что много тут безобразий делается, и показываем им нашу священную книгу. Из нее мы читаем тут Евангелие, Псалтырь, потому что собрались тут люди для плохого дела. Сплошное блудодеяние идет, Содом и Гоморра, и Бог это все будет выжигать. Ничего не знают. Все время едят и пьют. Голые мужики валяются. Копейки не стоят. Куда это годится? Никуда. Я говорю, раньше, когда знакомились, он старался надеть там мундир, там погоны, чтобы видно было, что это серьезный мужик. А сегодня шпана какая-то собралась. 50% голые. И все, едят и пьют перед экраном. Нигде такого не видал раньше. 80% мусульман, 80%. Да. Там откуда будешь? Ниоткуда, я дома сижу, никуда не ездил. Какого города? Город Барнаул, Алтайский край. Правильно вопрос задали, получили ответ. Понятно. Мы строим православную деревню строим. Это очень необычно для нашей страны. Ясно. Неподалеку от нас. Вы можете зайти на наш YouTube канал, очень большой. Там много чего. Называется «Во свете Библии». Там у нас 15100 роликов. У нас была миссионерская поездка, из Барнаула мы доехали до Владивостока, потом снова загрузились, а контейнер отправили, у меня 38 книг моих вышло из печати, а там потом выехали до Лиссабона, от Тихого до Атлантического океана, Прибалтику и Скандинавию, север прошли, 650 городов и сел, и везде дарили полный комплект, а он стоит 750 евро, чтобы люди жили по-другому, жили для Бога. Это Бог так делает. Без Бога это невозможно было бы сделать. Если... Во всех городах дарили или как? Да, вот где мы останавливались. Города и районы центры захватили. 650 пунктов. Получилось, что подарили мы по дню издания на 35 миллионов рублей. Везде было бы так. Да, везде. Мне много пришлось и по Америке ездить. И тут проехали 120 тысяч километров по Европе только. Из Азии. Ясно. Это для Бога мы все делали-то. Даже нам за это никто не платит, ничего. Это Господь так делает. Книги имеют особое возрождающее действие, которое считает, даже заключенные меняют свою жизнь. Это Бог так делает. Не всегда. Не всегда, конечно. И солнце греет не всегда. Кто полсрока там своих просидел, они туда и возвращаются. Не скажи. Я 5 тюрем прошел за Слово Божие. И со мной я молился, а утром спрашивает. Вчера, говорит, ночью вы молились, 7 человек становились, а уголовники все. Можем мы тоже с вами молиться будем? И Бог открывал сердца. У меня следователь обратился, крещение принял. Начальник тюрьмы умер по-христиански. У меня огромный опыт, 56 лет работы с людьми. И когда вернулся, я стал помогать местной тюрьме в Барнауле. А тут 3700 человек. Сколько человек стали на правильный путь? Как сегодня пишет, говорит, тысячи людей обратились к Богу. И сектанты, и иноверцы, и преступники. Это не человек делает, это Бог делает. Он избирает сосуд и через него все делает. Они знают, я каторжник. Я не знаю, кто я такой. Я стараюсь в первую очередь помочь кому? Мусульманам. Почему? Потому что они в чужой обстановке, чтобы они не отчаялись. Им очень трудно. Он преступник. Ну, преступник, что ты делаешь? Преступник-то. Ему надо начать новую жизнь, поверить во Христа, который умер за наши грехи. Я даю им там Евангелие, несем, отвечаем на вопросы. Ясно. Может, у вас какие вопросы есть? Нет, вопросов нет.
А вот вы на наш канал зайдите «Во свете Библии», вы там найдете очень много «Во свете Библии». Игнатий Лапкин, это я. Ясно. Если у вас будет желание встретиться, только через скайп. Зарядите Игнатий Лапкин, я один с этой фамилией и именем, один на весь интернет. И какие вопросы будут, я постараюсь ответить, потому что я проповедник и 56 лет работаю с разными людьми. Вот мы в поездке были, в Баку мы ночевали в доме Муллы, ходили в мечеть, молились. Проповедник это тот же самый батюшка, как я понял? Нет, батюшка это он в церкви, в храме совершает богослужение, а я по всему миру проповедую, и в Америке проповедовал. Это почти одно и то же, как я понял. Ну, в духовном плане, да, мы являемся священниками слова. А можно тогда такой вопрос? Вот смотрите, допустим, пришел ребенка в церковь крестить, да? Ну, допустим, крещу ребенка тяжело, что я крестный, а ребенок этот... Так, подождите минутку, сейчас звонят, сейчас я отойду. Так, говори. Говори. С миром. С миром. Воистину воскрес, воистину. Не, ну, нет, не знаю, что там. Ну, то, что он там, когда приехал, там, сколько там, несколько дней прошло, и он свои переживания здесь, в 15-минутном ролике, рассказывает своей пастве, в кавычках. Он не три дня, он до дома не доехал, где-то около забора остановился и говорил это. На следующий день уже он отчет давал перед народом, что его никогда не хотелось так сильно материться и блудить об этом. Это уже устаревшее все. Он уже сейчас к отцу Владимиру в Иерусалим ему деньги собрали. А вы на этот ролик что-то... Уже два раза к меня запрашивали, я дал полный отчет по этому. Что означает? То есть у него сатана был заблокирован здесь, и поэтому он так бесновался. А вот это расходный материал там божественный. Ну и ладно, сейчас у меня тут разговор идет по скайпу. Прости, пожалуйста. Благодарю, с Богом. Да. Допустим... Крестить ребенка, сказали вы, да? И что? Крестить. Батюшка должен человеку сказать, какие... Допустим, я должен знать 7 заповедей. Обязательно. Для крещения нужно три условия. Три условия. Первое. Человека всему научить, чтобы он знал. А вот они 20 минут, бывает, беседуют. А у нас, я вел занятия в университетах, мы подготавливаем человека никак. У нас 500 часов занятий с человеком. Второе. Человек должен погружение трижды полностью. А сейчас мокрая ладошка. И третье условие. Это должно быть бесплатно. А сейчас и деньги за это берут. Все условия нарушены. А у нас батюшка требует, прям говорит, я тебе ничего не обязан говорить, ты должен знать там заповеди и обязательно знать. Это наемник. И молитву. Это злой наемник. Иоанн Златоуст говорит так, что если одна душа, о священник, погибнет по твоей вине, тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее. Вот как надо рассуждать. Ясно. А это зачем он стал-то? Ради корысти, чтобы не работать? В общем, я с ним поругался. Но все равно. Ну, ругаться не надо, найди хорошего пастыря. Хорошие священники есть. Вот у меня брат родной, священник. Мой брат родной священник. Он 40 лет уже священником. У нас деньги нигде, с тарелкой не ходят, ни за что не берут. Включена святая десятина и все. У нас даже этому батюшке умудряются бабушки подписывать квартиры. Что сделать? Квартиры подписывают этому батюшке. А потом он детям своим машины покупает. У нас тоже одна была такая хорошая знакомая. Ну а с детьми, у нее двое сыновей. И она с ними плохо просто была. Они ее что-то там... И она взяла, подписала на меня и на брата квартиру свою. Ну зачем квартира, когда у меня дом? Вот проходит время, сыновья-то узнали, а теперь еще через полгода я уже завладею, но они меня-то знают. И один за другим ко мне приезжают. Вот, ну как я, рука? Она подписала мое, значит, и все, я старался довести их до нужной кондиции. Ну, приехал Данила одного звать, а другого Виктор. Здоровый парень такой. Я говорю, вот скажи, я тебе не даю квартиру, что ты будешь делать? Да что я сделаю? Закон на вашей стороне. Я говорю, Витя, ну посмотри, я живу где? Мне надо это? Или я поеду? Нет.
Я сохраняю. Так мы сейчас вас увезем к нотариусу, переделаем. Я говорю, условия. Условия я ставлю. А какое? Что про свою мать нигде ни одного слова плохого не скажете. Согласен? Согласен. Но они меня и брата свозили, мы тоже отписали ему все. Это один раз в жизни было такое. У нас этого нету. Мы не завладеем ничем. Вот это я где живу сейчас, эта квартира, она одна на весь город, а может на Россию. Я когда вернулся из заключения, меня за слово Божие садили. Я был сначала помилован, а потом реабилитация пришла в 92-м году, 4 января. И суд шел, а у меня конфисковали, я считаю, самую крупную в мире фонотеку сделал. 50 книг аудио только насчитал. Там какие беседы с писателями, все. И они все уничтожили, как будто бы. В тон-студии. И суд шел у меня 11 лет. 11 лет и суд выиграл. Оплатить нечем. А счет был на 11 миллиардов рублей. Но они меньше, конечно, вырешили-то. Оплатить нету. И Бог дал судебного исполнителя, женщина, это от Бога. И она сказала, заблокируй все счета, ни один бюджетник ничего не получит, пока с Лапкиным Игнатием Тихоновичем не рассчитаетесь. И тогда пошел разговор. А как бы мы могли как-то? Я говорю, нам нужна недвижимость. Где молиться? Мы православные, но мы от русской православной зарубежной церкви. Мы отдельно зарегистрировались. Ну и вызвали этот, интересно. Главное, КГБ в стороне оказались. А через кого брали? Железнодорожный исполком тогда назывался. Ну и вызвал меня. Он потом вице-мером стал, Петров Юрий Михайлович. Ну а какое вам помещение надо? Ну какое? Я живу там на 14 квадратах-то. Ну я думаю, побольше. Я говорю, а вот как ваш кабинет и как приемная? Я согласен. Ну а там квадратов, наверное, 60. А Господь знает, что нам маловато будет. И в это время начинается здесь прокурор края за меня, генерал-лейтенант, в близких это, мэр города за меня, он тоже голубятник, мы знаем все это. Там преподаватель академии юридической, Тенк, он говорит, Лапкину руки-ноги уже не вставишь, ну давайте кончим это дело. И они мне вот привезли, где я сейчас сижу, два домика, и уже 226 квадратных метров возле Аби, прекрасное место, центр города. И все это решили, суд закончил, к этому не возвращаемся. Вот как Бог делает. Это когда Богу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Соломон сказал 3000 лет назад. Я радуюсь этому, как Бог сделал. Мы здесь молимся, собираемся. Я начальник детского лагеря, склады построили. Сам образовал, и 45 лет начальник детского лагеря. Ни копейки государство не дало, 1000 детей подняли. А надо же продукты, тем более у меня 38 томов. Это... Я сейчас не знаю, сколько, но примерно в общей сложности больше около 40 тонн литературы. Тонн. Понятно, что надо разложить по томам, где и большие склады, 5 складов построили. Вот я где разговариваю в Барнауле. И приехал мэр города, Баварин Владимир Николаевич. Взял с собой своего советника афганца, это Овчинника Владимира Петровича. Корреспонденты с центральной газеты местной, фотографы, все засняли. И в статье, статья такая, Лапкин предпочел храм недвижимости. Вот как мэр приехал, да отдал дом каторжнику. Да где ж такое будет-то? Никого не слыхал даже. А почему? Пути угодны Господу. Больше по-другому как. Я такой же грешник. А Богу угодно, что мы делали. И здесь 13 соток, что 13 соток, ты же понимаешь, что это не два квадрата перед домом, и два дома. Это вообще высказать нельзя, как Бог дал. Ясно. Ладно, удачки вам. Вам также, если у вас будут вопросы, не запомните, Игнатий Лапкин, по скайпу меня сразу найдете. Храни вас Господь. С Богом. Ясно.